Меня зовут Титова Оксана Олеговна, преподаватель русского языка в университете Великобритании. Университет называется Surrey University. Я живу в Великобритании уже 20 лет. Раньше я приезжаю к родителям. Я являюсь постоянным клиентом ортоформы уже более 10 лет. У меня достаточно серьезная проблема со спиной, сейчас уже даже с ногами. Эта проблема существует очень давно. Перед обострением бывает такое, что я не могу управлять автомобилем или там, танцевать, заниматься спортом. Я даже не могу передвигаться с одной комнаты в другую и не могу заниматься простой домашней работой. Поэтому проблема для меня насущная. Я искала решение ее во многих местах и очень много лет. И, соответственно, обращалась к специалистам, к различным в Англии, к врачам, к остеопатам, к физиотерапевтам, но я не получила результата. И я даже обращалась в Россию, вот в Воронеже, к другим специалистам. Но вот почему-то я остановилась здесь, вернее, не почему-то, я знаю почему. Потому что здесь я получила комплекс процедур, необходимых мне. Кроме того, эти процедуры были подобраны специально для меня в таком поддерживающем режиме, поскольку я сюда приезжаю, скажем так, 2 раза в год. Мне подобрали индивидуальное, достаточно эффективное мануальное лечение, терапию, что для меня существенно для облегчения моего состояния физического. Мне подобрали индивидуальный комплекс упражнений, которые я выполняла здесь и дома у себя в Англии. И подобрали индивидуальные стельки, то есть дали советы по ношению обуви. Рассказали, насколько необходимо ношение правильной обуви с соответствующими стельками, которые были сделаны индивидуально для меня. И дали советы по как держать себя в течение дня в процессе определенной деятельности, как необходимо следить за останками. В моей ситуации это было очень важно, потому что я преподаватель, мне необходимо быть на ногах перед студентами. Очень часто я не могла даже стоять больше 10 минут в классе, в аудитории. Это было крайне неудобно, доставляло мне чрезвычайный дискомфорт. Но благодаря тому, что я пользовалась советами специалистов, мое состояние постепенно начало улучшаться. И психологически, мне доставляет большой дискомфорт моя проблема. Но меня утешает факт, что я знаю, что я могу сюда обратиться, и мне помогут. И тот фактор, который очень тоже важный, я здесь столкнулась, ну, кроме того, что с профессионалами своего дела, с людьми, которые подходят комплексно к решению проблемы, подходят и инновационно, потому что ну, такого подхода я не видела нигде, может быть, я просто не знаю. Вот я нашла то место, в котором мне было хорошо, комфортно, и специалисты клиники отнеслись ко мне с большим пониманием, с энтузиазмом, с профессионализмом, но и очень душевно отнеслись, что я считаю, что это существенный фактор решения проблемы для поддержания хорошего самочувствия людей. И для меня это очень главное, потому что в Англии ну, что свойственно, в общем-то, многим иностранцам, в частности, англичанам, достаточно формальный подход. Я порекомендовала, вот члены моей семьи обращались, вот, и некоторым друзьям рекомендовала, они приходили сюда. Прекрасные люди, специалисты своего дела и болеют душой, и поэтому я здесь, и каждый раз, когда я прихожу, несмотря на то, что я постоянный клиент, я все равно жду какое-то время, потому что очень много людей. Я ни разу не приходила сюда, чтобы никого не было. Сюда идут люди разного возраста, взрослые, дети. И меня это радует. Если люди ходят, значит, здесь не нравится. Здесь есть групповые занятия, потому что очень трудно дома упражнения выполнять.
ну, какие-то минимальные я выполняю, но так вот, скажем, заниматься полтора часа, ну, трудно. И вот люди, которые живут на Воронеже, я считаю, что им очень не повезло, они могут прийти и заниматься упражнениями не какими-то непонятными фитнес-занятиями, которые стоят очень дорого и малоэффективны. Они могут прийти сюда, и под руководством Юрия Алексеевича они могут заниматься.